Всем привет. Дорабатываю свою покерную программу Poker Reader для считывания данных с покерных столов. То есть напомню, например, на том компьютере у нас Poker Room, а другие программы на этом. Добавил считывание для 6 макс столов и также готовые префлоп чарты, ну, которые вы можете сами редактировать. Сейчас покажу для 3 макс или хэдсап. То есть программа считывает данные и автоматически показывает соответствующие чарты. Соответственно, позиция, размер эффективного стека и предыдущее действие оппонента. Значит, настраивается это здесь. General Settings. Ставим галочку Show Preflop Range, сохранить. Напомню про первоначальную настройку координат. Выбираем, например, считывать стеки, сохранить. Ставим галочку CR Debug для отображения координат считывания поверх экрана. Открываем Table Map. Указываем координаты считывания стеков. Перещелкиваем галочку для обновления. Для отображения префлоп-чартов нам нужно считывать стеки, ставки, банк и позицию баттона. Сохранить. Здесь мы видим эффективный стек, начальный банк, позиция, предыдущие действия оппонентов. Редактировать чарты вы можете сами. Выбираете нужный цвет, щелкаете по матрице, нажимаете сохранить. Копипаст для копирования рейнджа в другую ситуацию, например, в другой стек там. Другую позицию. Открыть отдельно не во время игры можно кнопкой Range Editor. Спасибо за внимание. Надеюсь, будет полезно. Мой скайп и ссылка на программу под видео.